Почему везде на улицах Индии можно встретить лавочку с яйцами? Дело в том, что в Индии таковы традиции, что в основном в домах, тем более у высших каст, яйца, мясо и рыба не готовятся, поэтому люди идут на улицу, чтобы поесть яичницу или просто вареные яйца. На самом деле, такая система продажи и готовки мне очень даже нравится, потому что яйца – это отличный перекус на улице, уж куда лучше жареных и острых пирожков. Сейчас я вообще не переживаю по тому поводу, что я буду делать, если мои дети проголодаются на улице. Мы сразу же покупаем им бананы или же просто свежие вареные яйца. Стоимость одного готового яйца 6-10 рупий.